отдел ГИБДД к охране общественного порядка на территории Кингисеппского района. Приступить. Скажите, правильно ли полиция проводит такие операции, нетрезвый водитель? Ваше мнение? Ну, я считаю, что правильно, потому что много, наверное, бывает случаев, когда в вечернее время, тем более в субботу, за рулем может быть нетрезвый водитель. Такая обстановка дорожная не очень хорошая, поэтому я без претензий. Здравствуйте. Вы должны патрульную службу, если вам ставят операцию нетрезвой. Мы посмотрим ваше. Да. Здравствуйте. Добрый. Дорожно-патрульная служба, старший сержант. Сами документы ваши. Добрый вечер. Добрый вечер. Старший сержант Романов, будьте любезны, ваши документы, пожалуйста. Прокопки с ними приедут, давайте без водителя. Всегда быть? Ну, это да, дело в особый случай. Какие особые случаи? Ну, вот в этот раз что-то произошло. Операция профилактическая проводится, не трезвый водитель. Не, мы не пьем. Просто что-то такси туда подъехал. Управление. Согласны, да? Проверка прибора. Прибор показывает нули, верно? Да. Девятьсот шесть миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Состояние алкогольного опьянения у вас установлено. Допустимое 0,160. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
обязательно, максимально профилактируем. И водить. Конкретно я вызвала такой вопрос. А задержали вас, что вы в опьянении? Нет? Подозрение вы вызвали у полицейских? Может быть, сотрудники что-то не так делают? Паш, все нормально? Задержали тут всякую, блядь, постороннюю машину. Понятно. А вы против этого, да? Я против. Но, а вы за то, чтобы не было пьяных водителей на дорогах? Или... Естественно. Они пьяные нарушают все. Мало еще, может. Здравствуйте, Генисевская ГАИ, вас беспокоит. Заявочку примите, пожалуйста. Значит, это дорога Толмачева-Нарва. Значит, зимняя скользкость в виде снежного наката. Домой, что ли, приехали? Да вот машина пробила. Куда ездили-то? Ничего нету? Нету, нету. А что пили? Водку вечером. Я понял, нельзя же за руль садиться. Да блин, ехать от 300 метров, да, ребят. Папку, пожалуйста. Пожалуйста. А, у супруги? У друга. Вы на суд ходили, когда у вас был суд, ну, по пьянке, когда помогали? Да. Да? Вам судьи говорили, что сдавать права нужно? Ну, должны были сказать. Нет, не было такого. Еще 264-й висит. Было решение? Ну, было решение, так я сколько, полтора года не ездил, ничего, как бы туда-сюда. Я неофициально работаю. А, неофициально? Это хорошо, что не работаешь, если знаете, да? Еще с результатами свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Согласны?
Ну что, да. Пили, что сели за руль. Все, здесь печатными буквами разборчиво. Согласен. Согласен. Печатными буквами. Все, ребята, молодцы. 5 баллов. Ну я также пришел, пьяненький, выпил и пошел домой пешком. Понятно. Я без машины. А вы правильно делаете. Пресекать это надо на корню. Вот откуда вот он гной давит, вот оттуда и дави. Это правильно делать. Я вам за это большое спасибо. Вы правильно делаете свое дело. Нет, я за. Чем больше будет вот таких патрулей, которые будут останавливать злых нарушителей на... Вот, пожалуйста, бар. Кто-то пьяный выйдет. Правильно делаете. Когда будете вот так вот вы стоять, будет порядок. Я не спорю, вам большое за это спасибо. Вот как меня, гражданина Советской Федерации, вот большое спасибо. Когда Российская Федерация, да. А, Советский Союз, что Российская Федерация, за это большое спасибо. Смерть за рулем это когда? Когда пьяный выезжает за рулем. Не будет этого, не будет другого. А вы правильно делаете. Я бы так же стоял, если был бы таким же органом власти, как и вы, которым являетесь. Позиция? Почему нет? Очень хорошо. Увидите пьяного, звоните 02.